После взрывов в московском метро ситуация в России может скатиться к этническому и религиозному противостоянию. Об этом говорится в обращении главы сухумского парламента Нукзара Ашуба и спикером обоих палат российского парламента. Спикер сепаратистов называет теракты нацеленными на ослабление России, на разрушение мирных процессов у ее южных границ. Ашуба, тем не менее, призывает российские власти не допустить такого развития событий.